Смотрите, как здесь красиво. Сколько сувениров. Это не магазин, это гостиница. Классные подушки. Видите, какие расписные стены. Мозаика. О, какой верблюд. Весь нагруженный, видите? Манипанк. Давай я сам отключу, пока. Это тоже наш магазин? А? Айван, смотрите. Тапчан, айван называют. Эти блюда. Вот так вот. Подушки вообще классные, понравились мне. Пойдем во дворик. Очень красивый, уютный дворик. Похолодало. О! Красиво здесь. Так, печка. Что у нас здесь есть? Печка есть. Ну и хочу вам сказать, что мы находимся в Самарканде. Красивый, уютный отель. Вот с таким вот уютным двориком. Здесь такие фотографии, смотрите, как дети едят самсу. Прикол. О, вкусный шашлык. Но это фотографии в отеле, но очень их сделали. Живые, да, фотографии прям. Так, вот так мы с вами вышли во двор, можно сказать, на улицу. И здесь главный вход отеля Эмир-хан. Гостиница, в которой мы сейчас находимся.
Так, ну вот такая у нас комната. Как это, в гостинице. Душевая.